На набережной в Самаре совсем скоро появится масштабная абстрактная композиция. Талантливые художники завершают работу над красочным оформлением поверхности новой спортивной площадки на Ленинградском спуске. Новый арт-объект непременно станет местом притяжения самарцев и гостей города, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Автопарк в Самарской области увеличивается и обновляется. В этом году в регион прибыли 174 новых автобуса. Они ездят по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в малых городах и районах. Новый транспорт уже курсирует в 5 городах и 13 районах города. В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионы отправились более 5000 транспортных средств, информирует телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Самарские школьники отправились в Пензу на военно-патриотические сборы «Гвардеец». За 3 недели ребята из всех регионов ПФО, а также из Донецкой Народной Республики и Запорожской области пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела. На сборах впервые пройдут занятия по изучению и управлению беспилотных летательных аппаратов, сообщает телеграм-канал Самарского района.